старым и бракованным айфоном во Вьетнаме нашли очень любопытное применение. Один житель, работающий в сервисном центре по ремонту телефонов, вероятно, Apple, построил из них забор, а точнее облицевал ими забор и колонны. Если вы думаете, что это макет смартфонов, то вы ошибаетесь. Устройства настоящие, из них только говорят, вынули внутренности. Судя по всему, их на заборе сотни, и видно много моделей iPhone 6 в самых различных цветовых вариантов. А вы бы хотели иметь такой забор? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, до новых встреч, пока-пока!